Всем привет! Мы продолжаем знакомить наших зрителей с производством различных продуктов. Сегодня решили посетить фабрику по производству чипсов «Люкс», одного из брендов компании «Манделис Украина». Сразу скажем, что здесь чипсы делают из натурального картофеля, специальные сорта которого выращиваются на полях около 40 украинских сельхозпроизводителей. В год предприятие перерабатывает 50 тысяч тонн картофеля. Если коротко, то из картофелехранилища сырье по конвейеру поступает в бункеры Бины. Здесь картофель моют, очищают от кожуры, снова моют, режут на слайсы, опять моют и отправляют на обжарку. Во фритюрнице в пальмовом масле слайсы обжариваются 2-3 минуты. Что происходит с чипсами дальше, расскажет наш экскурсовод. Мы имеем 3 виробничі лінії. На сьогоднішній день зараз ви бачите працюючу одну лінію. Ви бачите процес виходу чипсів із фритюрниці. Потужність лінії, зараз лінія працює тонну 400 кг за годину. Це машина-сортер, яка сканує нашу готову продукцію і відсортовує ці дефектні чипси. Вона предназначена для перевірки якості того продукту, який ми випускаємо. До готових чипсів ми додаємо ароматизатор. В даному випадку це ароматизатор «Бікон». В залежності від продуктивності лінії система повністю автоматизована. Вона самостійно розраховує потребу в дозуванні. Ну і відповідним чином відбувається перемішування приправи з прожареними чипсами. После системы дозирования приправ продукция попадает на линию дистрибуции специального весового дозатора. Оттуда взвешенная порция поступает в пакет и запаивается. Одна такая машина, а их 7, может в минуту запаковать от 50 до 90 пакетов с чипсами, в зависимости от размера упаковки. Поруч находится линия дистрибуции коробов, за помощью которой автоматизированно подаются короба до каждой упаковальной машины, что уменьшает людскую работу. Під час виробничої зміни на лінії працює 33 працівника. За зміну виробляється порядка 15-16 тонн готового продукту, який доставляється нашим споживачам. Наш продукт потрапляє в зону палетизування, де складається на піддони, опалечується, ну і перевозиться в склад готового продукту. И в завершении немного цифры. Согласно данным Госстата, в 2019 году в Украине было произведено более 15,5 тонн чипсов. Это на 80% больше, чем годом ранее. При этом чипсы занимают лидирующую позицию и третью часть рынка снеков в Украине, обогнав семечки подсолнечника. А на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До встречи!